продолжаю снимать фильмы, хочу продолжить снимать фильмы про древнюю историю Руси. И мне нужна атмосфера, несмотря на то, что эти фильмы будут документальными. А где найти атмосферу Древней Руси? Наверное, у тех славян, которые сегодня ценят свои родовые корни. Они ценят их прежде всего в труде. Они трудятся у себя на поле, причем не колхозом, не коммуной. А вот ребята собрались, у них единое мировоззрение, что жить надо трудом, ценить землю, не мусорить на ней, любить ее, соблюдать солнечные праздники. Это даже не религия, это философия. Олег представлен как человеком, которого не отличали от воина-дружинника. Он не был в мире потребления. Не стяжатель. Нет, он не торгаш был. Он объединял славянские народы. И он так их объединил, что образовалась та Русь, без которой не было бы сегодняшней России. Перун! Итак, дорогие телезрители «Комсомольской правды», сегодня у нас уникальная возможность побывать на съемках, а у меня даже и поучаствовать в съемках удивительного фильма о вещем Олеге. Это фильм о нашей истории, о нашей с вами истории, об истории нашего государства, об истории нашего этноса, русского народа. И мне повезло, да, я играю здесь чуть ли не главную второстепенную роль. И поэтому ожидаю большого гонорара, да, как, впрочем, и эти тоже ребята, шучу. Мы все снимаемся бесплатно, только во имя того, чтобы все, кто еще не знает, все и молодые люди, и пожилые, кто был обманут прежними историками, знали настоящую историю нашей страны. Итак, вперед, друзья, на съемки нового замечательного исторического фильма. Фильма о вещем Олеге. Специально для «Комсомольской правды», чтобы знали, как жить по правде. В фильме о вещем Олеге будет много загадок и отгадок. Наша история очень загадочна. И порой загадок гораздо больше, чем отгадок. И все-таки кое-что понять можно. Конечно, как и после фильма о Рюрике, меня будут винить те, кто называет себя традиционными учеными. Мол, это все вранье. Такого в жизни быть не могло. Отвечу одно. Жизнь, когда рассказываешь правду, она кажется нереальной. Жизнь гораздо интересней, парадоксальней, чем придуманная неправда. А насчет ученых, так я хочу ученым сказать, давно уже вот друзья, братья по знаниям существуют, которые знают гораздо больше, чем те сегодняшние традиционные истории, которые переписывают нашу историю каждый раз с приходом новой власти. Но есть другая история, правдишняя, которая в зависимости от власти не меняется. Вот об этом и будет фильм Рюрика, о том, как объединились славянские народы, и появилась та держава, слово «государство» в то время не было, без которой не было бы сегодняшней России и Руси. Я ухожу далеко на чужбину, чтобы с победой вернуться назад. Я ухожу далеко на чужбину, чтобы с победой.